Значит, вот как это называется, New Memorial Space. Расположен возле дороги мемориальный комплекс. Вообще-то у меня в планах не было снимать кладбище. Я думал, что здесь какой-то мемориальный комплекс. Но раз уж заехал, посмотрим, как устроено американское кладбище. Вот на холмике такая вот, как это назвать даже, инсталляция. Вот такой монумент Garden of Honor. Это Garden for those who served. В общем, что-то он, это почет. Наверное, самые почетные люди там лежат. И с этой стороны гербы Нави, морские силы, просто армия. То есть военнослужащие, скорее всего. Вот некоторые из них, наверное, на более почетные. А там целая стена, флаги американские небольшие и цветы. Это кладбище. Есть большие плиты тут. Тут целые семьи захоронены. Есть небольшие. Я думаю, это после кремации все. И что тут у нас? Так, возле каждого человека. Тут в плите, наверное, кремированы они. Цветочек и флажок. Вообще, когда я заезжал сюда, думаю, поснимаю, тут какой-то мемориальный комплекс, посвященный какому-то либо событию, ну, мемориальный, ну, может, военному, там будут памятники какие-то. Это кладбище. Если посмотреть года захоронения, то 99-й, 92-й, 2002-й. Крестики везде. Крестьянское кладбище. Это общий какой-то мемориал, не подписанный. Флаг США и флаг Калифорнии. Судя по всему, здесь внутри огонь горел. Может, ночью горит, не знаю. Прожженное. Стройными рядами. А вот впереди еще
как комплекс какой-то. Подойдем поближе, посмотрим. Друзья, а вот по кладбищу индики ходят. О как! Надо же, сколько много. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Или это самки павлинов. Любопытно. Вот подъехали поближе. Что у нас тут? Лавочки. По-китайски иероглифы какие-то. Никаких оградок, никаких супер памятников. Какой смысл в них? Вы знаете, а в этой части одни иероглифы на могилах. Я так думаю, что это кладбище, может, китайское. И тут такие прям вот заграды, ограды, как для целой семьи или для династии, не знаю, как оно называется. Мавзолей. Место, где уже никто никуда не торопится. Не бежит в погоне за удачей, за успехом, за деньгами. Для всех пристанище одно. Конечно, вряд ли поднимает настроение такие кадры. И виды памятников. Ну так, для общего представления. Вот опять эти индюки или гуси. Ты гусь или индюк? Ты кто? То есть они здесь живут. Да, вот иероглифы. Хотя на английском тоже есть, но много иероглифов. Сегодня жара, 41 градус. Мой телефон перегревался и отказывался работать. Приходилось его прислонять к кондиционеру в машине для того, чтобы он немножечко охладился. Друзья, здесь никому торопиться уже никуда не нужно. Ну, а у нас много дел. Мы, слава богу, живы. И надо потихонечку крутиться. Уж лучше быть живым и занятым, я так думаю. Так что такое общее впечатление о местном ритуальном комплексе. Телефон здесь уже два раза перегревался. Я подумал, ну, хватит, наверное, снимать. Если он даже снимать не хочет. Хорошо, поеду по делам дальше. Всем счастливо, будьте здоровы, до свидания.